Всем привет, друзья! Вы на канале Вкусные Истории. Сегодня у меня топ-5 продуктов из нового скидочного журнала от магазина Линелла. И кроме продуктов, которые я выбрал для этого топа, в журнале есть куриная грудка на скидках, сгущенка, качественная, я специально проверил, когда был в магазине, крупные маслины, рис килограммовый за 20 леев, а для мажоров пиво Корона и чипсы Принглс, и еще соль по 7 лей за килограмм, для тех, кто любит делать запасы. И все эти товары вы сможете найти в журнале от Линелла, который есть на сайте всескидки.md. Или можете спуститься в описание под это видео, там будет ссылочка на журнал. Полистайте и посмотрите. И есть на этом сайте абсолютно все скидочные журналы всех супермаркетов города. Переходите, пользуйтесь, сайт постоянно обновляется. О себе я сегодня купил макарошки по 13,50, полкило, производство Греция. Два вида взял, спиральки и бантики. Я их уже раньше брал, отличные макароны. Варить, конечно же, сейчас я их не буду. По такой цене уже сложно найти макарошки, так что советую и вам взять. Ближе к концу видео я покажу вам сыр с белой плесенью бри, который стоит 180 леев на скидках. А сейчас... Румынский кепчук. Стоит он 18 леев. Здесь 480 грамм. Производство Румыния, как я уже сказал. По составу здесь 50% помидор, томаты. Остальное все специи и уксус. Тусклый красный цвет, почти оранжевый, полупрозрачный. Пробую. Это достаточно острый томатный кетчуп. Если любите остренько, обязательно возьмите. За этот объем 480 грамм, отличная цена, можно брать. Аджичку взял, друзья, бренд Paninella делает ее. 20 леев стоит здесь, 500 грамм. Аджика молдавиняска называется. По аромату пахнет, как хорошая аджика домашняя. И по густоте неплохая, кстати. Пробую, друзья. Отличная аджичка, в меру острая, достаточно густая, приятная по структуре. По мне немножко кислее, чем я люблю, по остроте идеально. Можно брать эту аджику, но сейчас самый сезон, когда надо делать домашнюю аджичку. Если бы у меня дома получилась бы такая же по вкусу, как эта аджичка, я был бы счастлив. Ушки от бренда Шапти Спичи стоят 17,50, здесь 250 грамм, килограмм 70 лей получается. Пахнут приятно, пробую. Всего пару месяцев назад ушки стоили 40 леев за килограмм. Эти ушки, знаете, мне чем нравятся? Они маленькие, они сухие, они тоненькие. И они, вот видите, они такие сильно запеченные. Уйдут как семечки, но сахара, как обычно, жалеют. Не сильно сладкие, не сильно сочные. Брать можно. Ну и вишенка на торте, это сыр бри с белой плесенью. Стоит он 190 леев на скидках. Это вполне себе отличная цена за такой сырок. Мой кусочек весит 90 грамм, заплатил за него 17 леев. Пробую. Это такая вкусняшка, друзья, прям как пироженка, видите? Невозможно остановиться. Это отличный сыр, такой, как и должен быть сыр бри. Внутри мягкая, нежная, тающая во рту масса. Снаружи белая плесень, плотная и дающая свою пикантную нотку и терпкость. Любителям сыра обязательно брать на пробу. Спасибо, друзья, за то, что досмотрели этот топ до конца. Обязательно переходите на сайт всескидки.md. Там вы найдете все сегодняшние товары и еще другие журналы других супермаркетов. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Пишите ваши комментарии. Пока-пока.